Всем привет, с вами Анирелли, и история Элвина продолжается, причем более того. Сегодня, наконец, откроется вторая закладочка, после того, как я пройду этот уровень. Так, что у нас есть? Убить всех. Не дать умереть Элвину. И кучу конницы вот здесь вот слева. А кто у меня будет против конницы? Никто. Класс. Ну что, начнем. Угу. То есть мне предлагают сейчас типа не добивать вот этих двух, а пойти Бозелю насовать. За два хода причем. Неплохо так. А идеи попроще нет? Нет? Ага, то есть внизу враги стоят. Это, кстати, удобно. Так проще намного, да. どうした? はい。全力で行け! О, сработало. Е-е-е. Ништяк. Халява. Легко. Даже слишком легко. Да, вот теперь прибежит, конечно, Леон и всем насует.
Леон сама но тамени. Блин, я могу... давайте я просто отойду. Сколько у меня ходов полно. Мне кажется, что лучше всего сейчас будет просто отойти подальше на ходик. И пускай они там подходят все, сколько им захочется. Привет, Леон. Ваншотать вообще умеет, парни? Чё так слабенько-то? Но осталось опасаться только Эгберта, наверное. И все. Ну или можем пытаться его убить, кстати. Я дура. Главное, теперь сейчас не вайпнуться из-за этого. Будет обидно. Давайте хотя бы сало им повешу. А где сало-то? Ай. Было ожидаемо. Пум. Девочки и мальчики, никогда не распыляйте ваше АУЕ. Иначе будет как вот сейчас. Ну что? Теперь надо каким-то красивым образом пытаться убить. Во, отлично, Эгберта милишником. А этого уже не важно, кем он сам умрет. Ну, собственно, все пройдено. Очень легкий ивент. Даже если ошибаться, легкий. Да-да, Хайн, вступай в его фан-клуб. Чё-то Элвин немножко психанул. Самую малость.
Всем удачи с ивентом. Посмотрим, что будет дальше.